Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Обладатели этого имени появляются на свет для того, чтобы служить другим и в первую очередь своим близким и своей семье. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Владельцы этого имени переживают чужие проблемы, как свои собственные, любят правду, справедливость и честность. Для всех, кто в этом нуждается, у них найдется доля любви и сочувствия. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. «В» – значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Экстремальные вибрации в этом имени указывают на благородство, достоинство, воспитанность, деликатность и уравновешенность. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.